Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Дориди, добро пожаловать в игрушку Standoff Битва Вооружений. Ху-ху, приступим. Это такой режим, где тебе дают случайное оружие, и со временем, вот чем больше ты убьешь, тем выше ты будешь в рейтинге и получать другое оружие. То есть от сильного до слабого у всех будет оно одинаково. Допустим, сначала автоматы, потом пистолеты, потом снайперки, и в самом конце у тебя будет ножик. И если ты кого-то из ножика убьешь, то ты автоматически побеждаешь и занимаешь первое место. Вот такой вот режим, очень интересный. Сама игрушка очень интересная. Очень хороший клон CSGO на телефоне. Если любишь CSGO, у тебя нет компьютера, но у тебя есть хороший телефон, то советую тебе в стандофф играть, ребятки. Потому что это офигительный клон CSGO. Так, ну что ж, у меня тут скины на некоторые винтовочки. Ой-ой-ой-ой. Также, ребята, скоро будет донатик. Мы с вами пооткрываем кейсы, посмотрим, что нам выпадет. Так что подписывайтесь на канал, там лайк ставить. Ставьте лайки и все такое. Слушай, тут какие-то они сильные тут. Ладно, будем более бдительны. Ой-ой. Я играл вне серии, занял второе место. Но тут что-то не пахнет вторым местом. Тихо-тихо-тихо. Они просто не дают очухаться. Просто не дают. Смотри, какой. Ты с ножа, что? Он меня с ножа хочет убить. Он думает, что я совсем нуб. Ну, нифига себе. Так, ладно. Вот видите, пистолет. А какая у меня позиция? Я пятерых, что ли, завалил? О-о-о. Ну, у меня был, конечно, пистолет. А, я вниже спускаюсь по позиции. Если меня убивают, я спускаюсь ниже по позиции. Понятно. И у меня опять предыдущее оружие. Все ясно. Все ясно. Опять пистолет. Мне надо дальше по позиции держаться. То есть надо убить кого-то с пистолета. Если я не убью с пистолета, то я опять ниже на позицию спущусь. И у меня опять будет автомат. Давайте проверим. А, нет, смотрите, пистолет. Ну ладно. Да что ты будешь делать? Ты откуда взялся, блин? Ладно. Тихо. Я начинаю нервничать. Это еще хуже будет. Слушай, интересно, тут читеры есть? Как он играет? Гад. Вот я занимал второе место, я вам честно говорю. Что такое, не понимаю. Так, спокойно, спокуха. Ребятки. Так, завалили одного. Это вот этот меня убил, гад. Сука. Блин. Что-то мне реально не везет. Нормально. Пистолет опять. Я так по позиции никогда не поднимусь. Нужно какую-то позицию занять. Нормальную. Ах ты гад, смотри, что он делает. Ну, явно профессионал. Он CSGO, конечно, наиграл. Ну, 10 лет CSGO играл. Причем наигранных. Нормально. Он с ножа хотел его убить. С ножа, видимо, больше дают. Очков. Да ё-моё, я тут и буду тут застряну с пистолетом этим. А можно через стену стрелять, я даже не знал, блин. Со всех сторон. Просто окружают. Тут реально просто не передохнуть. Просто вообще не отдохнуть ни капельки. Смотрите, двое, ну чё я сделал с двоими? Один с ножом, блин. Иди сюда. Так, один есть. Най, блин, перезарядка. По-хорошему нужно пистолет... Тут пистолета даже нет. Ножик достать. Блин, как же тяжко. Пистолет-автомат. Ну что такое? Готов. Мне нужно новое оружие. Ну что-то буду тут тусоваться. Потом другой режим поиграю. Неужели дробовик? Я на их зоне. Нужно быть поаккуратнее. На их территории.
Отлично. Может, это не очень правильно? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Полегче, полегче, ребята. Снайперка. Готов. Так, неплохо, я прорвался, по крайней мере. Так, это уже хорошо. Причем снайперка-то хорошая, ё-моё. Не потерять бы ее. Где они? Блин. Тут нужно издалека, конечно, стрелять. Да что ты будешь делать? Дергается экран. Ему просто везет. Что такое? Готов. Да, снайперки я не очень хорошо играю. Угу, получай, хотел с ножа убить. Видите, что он делал? Тут еще лаги, блин. Чувак, отойди. Отлично. Думал, совсем проиграю. Да он, как он с ножом меня вырубает, просто офигеть. Давай, иди сюда. И какое же я занял место? 27 убийств. Вот этот чувак 30, нифига себе, как много он убил. О, привет, Дариди. Меня узнали, да? Круто. Привет, привет. Так, я подожди, я с тобой играл, что ли? Так, ну что ж, давайте продолжим. Закладка бомбы, ребятки. Может быть, тут у нас получится получше сыграть. Ну, в принципе, в прошлом раунде, я считаю, я неплохо сыграл, потому что у меня команда вообще почти не набила. На этот раз давайте за террористов поиграем. А, ожидание, да? Я к ним подключаюсь. Понятно. Фамос у чувака. Ну, Фамос обычный. Давай, тащи. Кстати, террористы проигрывают. Мне сегодня не везет. Сегодня прям день проигрыша какой-то. Ну, закладывают уже свою бомбу. У вас преимущество. У вас есть бомба. Закладывай и жди. Сныкайся где-нибудь. Блин, ну у него почти нет шансов. Их двое или трое? Подожди, сколько их? Осталось 30 секунд. Смысла уже нету, мне кажется, закладывать бомбы. Она, по-моему, 40 секунд. Через... Ну, смысл. 20 секунд осталось. Он заложит. Бомба будет 40 секунд. Он просто не успеет взорваться. Я так понимаю. Все. Тут интересно, можно говорить? Будет ли потом возможность разговаривать? Еще конец матча, да? А нет, пока. Так, где мои денежки, вооружение? Давайте возьмем что-нибудь. Давайте петушка возьмем, он довольно-таки, он неплохой. Скин? Подожди, а как смотреть? Ой, ты зачем выкинул? Чувак, чел, зачем ты выкинул? О, прикольно, прикольно. Давайте обменяемся. Понятно. А, как менять? Подожди, пистолет. Так, развалили. Где пистолет? А, все, понял. Йо-йо-йо, елки-палки. Так, он сейчас выйдет, он сейчас выйдет. Он хорошо играет, он профессионал, конечно. Нам опять достался профессионал. Так, окей.
Ну, давай посмотрим. Так. Понятно. Я уже забыл просто, как играть. Ну, посмотрим на пистолет. Ну, пистолет обычно, ничего такого. Калашников. Так, один готов. А, бомба, подожди, где? Вот здесь, да? Так, нормально. Ах ты ж, ё-моё! Все, победили, еще бомбу надо обезвредить. О, молодец, молодец. Тащит катку. Неужели первое очко мы получим? Да, отлично, молодец. Девушка просто шикарная, молодец. Это реально девушка, интересно. Так, ладно, все-таки дайте мне с Петей побегать. Сразу не надо мне. Так, я надеюсь, я ясно дал понять, что мне не надо. Хочу с Петей побегать. Так, готов один. Давайте сразу наверх. Слушай, хорошая карта. А тут прыгать нельзя, я вот что-то не вижу кнопки прыжка. Я могу присесть. Так, подожди, а где? Я не умею бомбу закладывать. Она. Я так понял, подожди, у меня вообще есть бомба? А, да, все, есть бомба. Все, я понял. Так, там нет никого. Нужно вернуться. Отлично. О, бомба опять у меня, да? Понятно. Продолжим. Начинаем набирать обороты, ребятки. 6-2. Фух, сразу бежим. Погибло, печально, печально. А я не пострадал. Подло, подло. Да я шучу, нормально. Слушай, а нас что-то мало, да, слишком? Давайте пробуем за... Так, делаем так же. Сразу устраним. Они сюда вернутся, я думаю. Куда ты стреляешь, блин, идиот? Не успеем. Я бы мог его убить, я ступил. Почему я в голову не стрелял? Нужно было очередью стрелять. Я просто каким-то залпом стрелял. Так, ладно. А, что из винтовок можно купить? Попробуем так. Вижу, вижу, вижу. Где он? Он что, живой, что ли?
А, все, добили. У кого бомба? Смысла, мне кажется, нету сидеть на месте. Блин. Два верста, блядь. Молодцы, красавы. Так, в принципе, нормально. Сравниваем счет, уже 7-3, нормально. Держим позицию. Мне дали бомбу? Зачем? Окей, распорядимся ей. Так, изи. Он вообще с дробовиком был. Бежим втроем. Так, где закладывать ее? Даже бомба не понадобилась. Так. 7-4, нормально, нормально. Кто-то вышел. А все, мы сейчас. Сейчас мы будем держать первенство, лидерство. Странно, почему они повыходили, у них хорошие шансы были. Вот, судя по комментариям, по лайкам, я так понял, вам игра понравилась, поэтому продолжим играть. Он вообще стоял. Слушай, ну так неинтересно. Почему они сливаются, когда проигрывают? Мне кажется, это неправильно. Все-таки есть шанс, может кто-то присоединиться. Давайте возьмем ножичек. Интересно, с ножа убить. Мне кажется, круто будет. Это как-то зачтется или нет? Уж он еще еще отбился. Нифига себе, прикинь, один победил всех. А я что-то на расслабоне так бегу, бегу, бегу. А, жалко, это не показал вам. Так, ребят, в общем, у меня уже второй левел. Отлично. Что у нас тут еще есть? Пока что действуют акции, эксклюзивные скины. Акция действует только на период тестирования. Данные предметы эксклюзивны и не будут доступны в кейсах. Давайте посмотрим. Есть такая вот снайперская винтовка. За 590 есть ножик. Ребят, ну так как вам игра нравится, скорее всего, я это все куплю. Чтобы было интереснее, чтобы было приятнее как-то играть. Вот. Так что поддерживай там лайкой, лайком, ставь, оставляй комментарии. Будет обязательно больше серий. Ну а с вами был Дариди. Всем до скорого. Пока-пока. Подожди, что это такое? Площадка. В смысле, тут можно продавать, что ли, и покупать? Серьезно? Нифига себе. Пистолет за 0.10. Чувак продает за 10 тысяч голды. Офигеть. Тут, ребята, появилась площадка. Это жесть. То есть я тоже могу выставить что-то на аукцион, я так понимаю. Ну-ка. А, я убираю, у кого купить. Вон оно как. Запрос на покупку 965. Это просто жесть. Зеленый... 10 игл за 0.10. Нифига себе, подожди, а ножи можно продавать. Вот это у меня, кстати, есть, по-моему, вот такая. За 7. За 5 голды, за 6, смотрите, цена растет. Офигеть. Тут прям целая площадка скоро будет. Я в шоке. Так, по редкости можно выбрать.
Ву-ху, смотри, за 339 голды, 331 голда. Это просто жесть. То есть смысла нет открывать, наверное, кейсы. А, проще купить. Блин, нифига себе, какие дорогие. С другой стороны, если в кейсе выпадет вот такой вот ножик, можно за 10 тысяч голды продать. Один человек продает. То есть, подожди, я тоже могу выставить цену? Я офигеваю, я просто офигеваю. Так, ну прикольно. Ладно, я это еще поизучаю. А, кланы пока что в разработке, будут кланы, так что доступны. 10 друзей. Редкие 10 друзей. Добавляйтесь в друзья. Вот где-то мой тут ID был. Найти друзей. Заявки. Новых заявок нету. Заблокированы, можно банить. А, вот, 266, 131, 62. Я думаю, много кто играет в эту игру, так что там лайкайте, ставьте комментарии. И будет круто. Но все-таки я бы хотел пооткрывать кейсы. Мне кажется, это просто интересно, это круто, да? Инвентарь. Вот мой такой небольшой инвентарь. А, так, это я могу одеть, снять. Так, применим. Ладно, я тут разберусь, ребятки. Ну, в принципе, очень круто, мне нравится. Вот этот за сколько я мог продать? Подожди. А, ну, по-моему, за 5. За 5, да, или за 6 голды. Ну, маловато, маловато, конечно. Ничего такого ценного, я так понимаю, у меня нет. Если что-то ценное есть, пишите в комментариях, потому что я не сильно разбираюсь. Ну, вот эти совсем простые, я понимаю. Тут у меня два редких есть, которые более-менее крутые. Фу, в общем, вернемся, ребятки, в следующей серии. С вами был Дарити, пока-пока.